Всем привет, с вами Александр Иванов, и это проект «Химия просто». И сейчас я вам расскажу о таком химическом элементе, как бром. Если вы смотрите это видео в будущем, и YouTube научился передавать запахи, то советую вам отключить эту функцию, так как с греческого бром так и переводится – вонючка. Бром – это галоген, как фтор, хлор и йод. Кстати, если вы не видели видео про йод, то бегом смотреть этот шедевр. Бром есть везде – в морской воде, в сотнях минералах в виде примесей, в атмосфере, в подземных водах, которые соседствуют с нефтью. Бром и его пары очень токсичны. Из-за его высокой химической активности при попадании на кожу он вызывает сильные химические ожоги, которые очень долго заживают. Так что если вам когда-либо придется работать с бромом, предохраняйтесь. В 1825 году французский химик Антуан Жером Балар в возрасте 23 лет открыл новый химический элемент – бром, только назвал он его муридом. Об этом он написал в Парижскую академию наук, но там не спешили ему верить. Поэтому Академия наук отправила комиссию из 3 ученых для проверки данного открытия. О 2 из них, скорее всего, вы не знаете, а о 3-м наверняка слышали. Это был Жозеф Гей Люсак. Они подтвердили, что Балар открыл новый химический элемент. Правда, заставили дать другое название. Так бром стал бромом. По-гречески пишется вот так. Бромос, что означает зловонный. Существует заблуждение, что бром используется в качестве успокоительного, однако чистый бром для этого не подходит. На самом деле используют бромид калия, вот он действительно помогает особо буйным представителям нашей расы. Бром применяется достаточно широко. Он используется при лечении некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, при язвенной болезни, при эпилепсии. Также бромом модифицируют антибиотики. Так, например, бром-тетрациклин нашел широкое применение в борьбе с инфекциями. Бром-органикой пропитывают древесину, чтобы увеличить ее стойкость и защитить от грибков и плесени. Текстильщики используют органический краситель – бром-индиго, с помощью которого получают яркие и чистые тона – от синего до красного. Ну и наконец, наши папы и мамы использовали вот это. Основу фотобумаги составляет бромид серебра. А теперь хватит болтать, давайте поэкспериментируем и получим бром в чистом виде. Для этого соберем вот такую установку. Она состоит из конической колбы, в которую вставлена насадка Вюрца, а сверху вставлена капельная воронка. Это одна из простейших лабораторных химических установок. Далее, на выходе из насадки Вюрца крепится холодильник, к концу которого присоединяется круглодонная колба. В холодильник подается холодная вода. Круглодонную колбу помещаем в охлаждающий резервуар и сверху накрываем пакетом со льдом для дополнительного охлаждения. Далее готовим смесь бихромата калия и бромида калия, которую затем помещаем в коническую колбу. В капельную воронку заливаем концентрированную серную кислоту. Теперь осталось открыть кран в капельной воронке, чтобы кислота попала в колбу со смесью бромида калия и бихромата калия. В результате происходит следующая реакция, и мы получаем бром. Чтобы получить бром в чистом виде и отделить его от других продуктов реакции, нагреем колбу при помощи плитки. Как мы видим, бром вскипает и поднимается вверх колбы, где через насадку Вюрца пары брома попадают в холодильник, а затем в круглодонную колбу, где мы будем собирать чистый бром. Чтобы возрастающее давление в нашей установке не разорвало саму установку, между холодильником и круглодонной колбой установлена еще одна насадка с боковым отводом, которая сообщается с окружающей атмосферой. Таким образом, избыточное давление в системе стравливается в атмосферу. Поэтому данный опыт необходимо проводить в вытяжном шкафу, так как происходит выброс газообразного брома. Также стоит отметить, что вся установка собрана исключительно на шлифах, то есть соединения посуды идеально пришлифованы друг к другу. Соединение через резиновые пробки и переходники не рекомендуется, так как резина в галогенах быстро разрушается. Теперь мы можем видеть, как происходит конденсация паров брома и образование первых капель чистого жидкого брома, которые затем стекают в колбу. Если сейчас внимательно посмотрите на поверхность колбы, то увидите, как тает твердый бром. За счет сильного переохлаждения стенок колбы бром на них конденсируется и переходит в твердое состояние. Когда весь бром отогнался из конической колбы, это прекрасно видно. А вот так выглядит чистый бром, который мы собрали в круглодонной колбе. Существует и другой способ получения брома.
Например, с помощью реакции взаимодействия бромида калия, бромата калия и серной кислоты. Реакция идет быстрее при нагревании. Некоторые из вас спросят, а как проверить, что это действительно бром? Существует качественная реакция на пары брома. Чтобы ее провести, необходимо приготовить спиртовой раствор флуоресциина, затем смочить фильтровальную бумагу и поднести к источнику паров брома. Если это действительно бром, то бумажка изменит свой цвет с желтого на красный. Происходит реакция взаимодействия флуоресциина и брома. В результате образуется эозин, который имеет интенсивно розовый цвет. Эозин – это краситель, который имеет широкое применение в гистологии, а также при производстве губной помады. Эту же реакцию можно провести более эффектно. Для этого капнем немного брома в пробирку с раствором флуоресциина. Как мы уже говорили, бром ядовит. При большом его содержании в воздухе он вызывает головокружение, кашель, удушье. При легком отравлении необходимо дать вдохнуть аммиака. Если жидкий бром попал на руки, то необходимо сразу же смыть раствором соды, либо большим количеством воды. Затем смазать мазью на основе бикарбоната натрия. А теперь, когда у нас есть бром, давайте поэкспериментируем. Для первого опыта получим чистый водород с помощью аппарата Киппа и поместим его вот в такой газовый цилиндр. Что такое аппарат Киппа и как он работает, можем посмотреть вот здесь. Теперь нальем немного брома на часовые стекла. Левое мы накроем цилиндром, который заполнен обычным воздухом, а правый – цилиндром, заполненный водородом. Прекрасно видно, что процесс диффузии брома в водороде протекает гораздо быстрее, чем в воздухе. На данном опыте наглядно видно, что скорость диффузии выше в тех газах, которые состоят из молекул меньшего размера. Поэтому различные вещества быстрее испаряются в водороде, чем на воздухе. В следующем опыте давайте сожжем алюминий в парах брома. Для этого нальем немного брома в пробирку и бросим в нее алюминиевую фольгу от шоколадки. То же самое проделаем в фарфоровой чашке и посмотрим крупным планом. В ходе реакции образуется бромид алюминия. Если теперь в чашку налить немного воды, то происходит гидролиз бромида алюминия. Если в пробирку с бромом поместить нагретую пластину из меди, то она тоже сгорит. Для следующего опыта приготовим бромную воду. Для этого необходимо капнуть пару капель брома в стакан с водой. Через какое-то время часть брома растворится и получится раствор брома в воде или бромная вода. Далее возьмем мерный цилиндр
Нальем в него дистиллированной воды, раствор йодида калия и раствор бромной воды. Бром более активный, чем йод, поэтому вытесняет его из соединения с образованием молекулярного йода. Однако, многие из вас скажут, но полученный раствор и раствор бромной воды имеют желтый цвет. Как понять, что здесь произошла реакция выделения йода? Для ответа на данный вопрос добавим бензол. Йод – неполярная молекула. Бензол – это неполярный растворитель. Вода – это полярный растворитель. Подобное растворяется в подобном. Поэтому, когда мы перемешаем, то молекулярный йод переходит в органическую фазу. Неполярная молекула йода лучше растворяется в неполярном растворителе, в бензоле. Какой цвет имеет молекулярный йод, вы можете посмотреть в видео о йоде. Подробнее о полярности молекул можно узнать во втором уроке про химическую связь и ее свойства. И снова некоторые из вас заметят, но ведь бром тоже неполярная молекула, и поэтому может переходить из бромной воды в органическую фазу. Почему мы решили, что красный раствор точно содержит йод? Чтобы ответить на этот вопрос, к чистому раствору бромной воды добавим бензол и перемешаем. Молекулярный бром экстрагируется из водной фазы в органическую, которая становится желтой, как и бромная вода. Значит, действительно, в самом начале, при смешении бромной воды и раствора йодида калия, происходит реакция вытеснения йода и образования бромида калия. А на этом все. Подписывайся, ставь палец вверх, обязательно поддержи проект и не забывай рассказывать друзьям. Пока!